Так, МЛС, всем привет. Как ваши дела? Как ваша рабочая неделя начинается? У нас начинается она с активной подготовки к четвертому этапу RDS-GP, который будет в эти выходные уже в Рязани. Ну и, в общем-то, у нас гроза готова. Из таких основных вещей мы все проверили, все продиагностировали, всю подвеску, все, что нужно, там поменяли, протянули. Из основных вещей Витек сделал вот кронштейн и крепление пайпа для воздушного фильтра. Он раньше у нас был здесь. И горячий воздух, особенно с маслокулера, попадал прямо четко в фильтр. А сейчас вот мы его перенесли, сделали качественно, закрепили. Красиво, все, порошочком покрасили, и все нормально. Так что сегодня все остальное заканчиваем, что-то развалим. И уже завтра, скорее всего, просто отделим ее и будем готовить. В среду мы выезжаем в Питер. В Рязань, конечно, в Рязань. В Питер, кстати, нам тоже надо. Нам надо за прицепом. А может, кстати, кто-то едет из Питера с фаркопом, нужно забрать прицеп. Есть кто?